Ну что, друзья мои, очередная реинкарнация косилки Лаплош. Я, в принципе, всегда предпочитаю электромоторы бензиновым мотором. Ну, просто в каких-то условиях у меня еще есть бензиновая конструкция. Но при возможности я их перевожу на электричество. Вот, в частности, переведена на электричество косилка Лаплош. Моторчик 2,2 киловатта. 3000 оборотов. Все остальное обычно. Нож, крепление мотора, все как всегда. Косилочка жужжит как птичка. Да, неудобство провода всегда остается, но это единственное неудобство, которое приходится терпеть. Все остальное только комфорт. Как-то так, малята. Ну что, дорогие мои, вот и большое испытание косилки Лаплош в электроприводе. Да, затыкается на мелкой траве. Ну, не на траве, скорее даже, затыкается на земле, в которую втыкается ножами. Но по сравнению с бензокосилкой, переживает это гораздо проще. Ткнулась, выплюнулась, поехала дальше. Я доволен электрокосилкой, я говорю, что для меня это все-таки даже лучше, чем вариант бензиновый. Сколько уже геморроя получил с этими бензиновыми моторами. Да, комфортно то, что завел, поехал куда хочешь. И все. А пока завел, а пока поехал, а пока, а пока, а пока. В общем, электрогазонная косилка Лаплош в работе, эффектно, 2 киловатта, рубит только так, нож на 46 сантиметров, и в принципе сама косилка 46 сантиметров. Чистим, блистим, все у нас хорошо.
как-то так.